Павел Кудимов. Пытаясь ли вы, Алексей Васильевич, объединиться с каким-либо движением и людьми, в частности, с Левашовым? Да нет, с Левашовым я не встречался, но мне это как бы это не по душе все это пришлось. А так я вообще ни с кем не объединяюсь, то есть всему свое время. Перестройка, как говорится, делится на три этапа. Перестройка, перестрелка, перекличка. Сейчас второй этап только начинается. А вот когда будет перекличка, тогда хочешь не хочешь, все объединимся. Все произойдет естественным образом.